После тяжелого ковидного года все постепенно становится на свои места. В частности, возродилась добрая традиция проведения легкоатлетической эстафеты. Областные состязания пройдут 24 апреля. В связи с эпидобстановкой правила проведения немного поменялись. Каждый бегун перед стартом будет обрабатывать руки дезраствором. Остальные порядки остались прежними. Спортивное событие планируют посетить почетные гости. Значит, у нас подтвердилось участие наших олимпийских чемпионов, их будет 4. Помимо нашего посла детского спорта Владислава Александровича Третьяка и Владимира Валентиновича Крылова, плюс у нас приезжает Юрий Барзаковский, Ирина Привалова. В эстафетах будут участвовать малыши из детских садиков, школьники и студенты. Работники бюджетных организаций и общественники также готовятся к соревнованиям. Напомним, лучшие спортсмены получат призы от издательского дома «Ульяновская правда». В городской администрации рассказали подробнее о призовом фонде. Еще будут грантовые призы для наших предприятий. Там определены категории групп, за которые могут получить призовой фонд от 100 тысяч до 250 тысяч. И наши люди с ограниченными возможностями, там тоже предусмотрен призовой фонд от 30 до 50 тысяч рублей. Соответственно, там первое, второе, третье место. Маршрут эстафеты будет проложен через центральные улицы города. От Соборной площади до Минаева. Движение будет перекрыто с 10 утра до 14:00. От 7:00 на время проведения мероприятия запретят остановку и стоянку транспорта по всему маршруту следования участников эстафеты. Чтобы достигать высот было легко, а бежать комфортно и безопасно, городские власти подготовили дороги к эстафете. Обследованы все участки маршрутов. Недостатки покрытия устранены. Площадь ремонта составила более 2500 квадратных метров. Также осуществляется вывоз грунтовых наносов с проезжей части и вакуумное подметание. Готовятся к соревнованиям все уровни региональной власти. Сформирована также команда от правительства и городской администрации. Алексей Русских планирует бежать в заключительном этапе соревнований. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.